Мой любимый вопрос. Первое, что придет в голову? У меня уже пришло рыба. Рыжая. Я рыжая, я Маша. Я Маша Держун. Девочка, женщина. Какая? Ну, смешная. Чаще всего, вот последнее время, последний год, меня просто ничего не беспокоит. Мне просто, мне так хорошо, и я думаю, блин, меня сейчас разорвет просто от удовольствия. И дома, там, когда я что-то готовлю, и на работе, когда я делаю там, ногти, маникюр, педикюр, когда я общаюсь с уже любимыми, родными людьми. Короче, я считаю, что должен быть мир во всем мире. И мы должны все свободны быть, любить и наслаждаться. И для этого не нужно, чтобы было плохо, для того, чтобы потом было хорошо. Я считаю, самая большая несправедливость – это наказания детские. Я считаю, абсолютно нельзя наказывать детей. Вот я даже не знаю, как это сказать. Это же настолько вот уродует людей, вот эта вот детская фигня и наказание. Допустим, много раз слышала, что дети как собаки, мужчины как собаки, что, ну, что очень легко воспитывать и дрессировать. Что все познается в сравнении. Это такая ерунда. Я же разволновалась. Тема-то меня волнует, потому что дети. Вот. Папа ждал мальчика, а родилась я. Мама предупреждала его, что у нее по гороскопу одни девочки, но папа не сдавался. Поэтому у моих родителей один сын и две дочери. Два раза папа не сдавался. Он хотел трех сыновей. Я должна была быть Алешей. Я поняла. Я должна была быть Алешей. Папа меня хотел Алешей назвать. Ну, я себя, наверное, маленечко чувствую Алешей очень часто. У меня мало друзей. Я даже не могу сказать, что у меня есть друзья. А еще у меня есть фетиш. Я очень люблю человеческие попки. Все. Наши встречи с тобой. Синие цветы. Ну, не знаю, что негативного. Но я люблю не мыть голову, когда у меня выходной. Вот. Я люблю подмышки почесать. Вот такая история. Как я иду с мамой по дорожке в Полевском, в платьишке цветастом. И вот так вот по забору рукой. Это первое, что пришло в голову. Так хорошо. Солнышко, мама за ручку. Супер. Утром просыпаюсь, вижу своего младшего сына. Мне очень радостно от этого, потому что он еще спит. Я думаю, свобода – это я. Никто не может мне ее лишить, отобрать, забрать. И в этой свободе нет других людей, есть только я. Наверное, как-то так. Вот это и есть свобода для меня. Когда ты наполнен и счастлив, абсолютно, безусловно, когда ты свободен, тебе не нужно ни с чем сравнивать. И просто ты вот летишь, паришь, и все. У меня все прекрасно. Я прекрасна. Я дар этому миру. Я дар этому миру, я дар людям, которые рядом со мной находятся. Я там абсолютно уверена. Я дар для своих близких. Вот. Я есть любовь, я есть счастье, есть наслаждение. Я есть красивый маникюр и педикюр. Жизнь горькая, до чего ж ты довела? Лучше б я тебя не...